Ей, всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Максим, Зебра, Гусанёк. Пацаны, поздоровайтесь! Всем привет! Всем привет! Всем привет! Сегодня у нас очень классная серия, потому что будем играть на карте FNAF 2 и проходить сюжетку. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать! И сейчас я включу две волшебные кнопки, которые сделают нашу жизнь немножко сложнее. Это одна, это вторая. И теперь мы с чистой совестью уходим отсюда. Но перед тем, как начнут аниматроники нас мочить и пугать, обязательно ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. И залетайте в наш Дискорд, ссылочка в описании, пообщаемся, парим. Никого нет? Кого убило? Меня. Чика пришла. Ну, Максим, ты чего? О, я вижу мангл, смотрите. Вот уходи это она стрёмно. Как вы думаете, есть смысл мне проходить здесь или нет? Или я проиграю? Нет. Проиграешь, да? Проиграю? Максим, давай сюда быстрее. О, я не проиграл. Я сейчас прогоню ее. Так, пацаны, я иду к вам потихоньку. О, вот Чика. Эй, слышь ты. Давайте проверим, убьет она меня или нет. Убьет, убьет. Не буду подходить. Хорошо. А! Ё-моё! Да я же далеко был от нее, она нечестно играет. Нет, не верю. Слышите? Еще аниматроник ожил. Шкатулка? Там кто-то топает. Так, мангл пришла. Марионетка торчит вверх ногами потолка. Это нормально вообще? А она так должна вылазить, марионетка? В смысле? Где? А все, ну ушла. О, я знаю, мангл не убьет. Выходи, Гусанек. Дима, выйди, проверь на разведку. А все, она ушла, ушла. О, вот она! Назад! Быстрей! Откройте калитку! Мужики, нет, вы чего? Ну, Максим! Ладно, ладно. Слышь, я тебя сейчас за жопу схвачу. Проходи. Не пущу, нет, она убьет. Кто? Ой. А, нет, она, кстати, не убивает, смотри. Поверил. Я специально проверил, я знал, что она убивает, я проверил. Видите, тоже заметили. Да. Она нас заблокировала, иди. Я уступаю тебе. Она, кстати, не убьет. Я пошутил. Она тебя убьет. Проходи, она тебя сожрет. Убивает. Максим, давай твоя очередь. Не. Подожди, да не бойся, иди, иди, иди. Ты дурак, что ли? Она меня не убила. Тебя не убила. А вот теперь? Вот теперь. Ах ты жопа. Ага. Что? Че, мангл украл? Вы видели, я мангл в руки взял. Это что? Пойду я аниматроников на сцене брать в руки. Не ну что, пацаны, станцуем! А я не могу не подойти к нему. О, что? Ты Фредди забрал. Блин, ребята, это реально читерская штука. Ой, я застрял. Ой. А если я его сейчас вынес? Микрофон забыл. Микрофон забыл? Так, подожди, а мне его в руке не... А он там остался, пацаны? Он телепортировался с руки у меня? Да. Опа, отлично. Он забоялся меня, ребята. Теперь я властелитель аниматроников. Я могу этими пальцами их брать. А ты можешь микрофон взять? Йо-йо-йо-йо. Давай, пошли проверим. Гусанёк. Да. А ты где? Я в вентиляции, несу игру последнюю. Да, давай, я тебя жду. Вот ты, мангл. Фредди наш компаньон. Ну это классно, что можно рассматривать аниматроников. Так, все, уходи, мангл. А ты схвати ее. Она меня убьет, когда подойду к ней. Он с нами будет проходить эту ночь? Это наш теперь помощник. О, он телепортировался опять с руки, это значит, он где-то здесь. Ожидайте психа. Он идет за вами. Не, пацаны, я вас не пущу, извините, извините, не могу. Можешь мою руку понюхать? На, иди, Гусанёк, сюда, иди. Понюхай пальчик. Нет, я тебе дверь не открою. Не-не-не-не-не-не-не-не. Не, сделал. Ты меня убил, что ли? Дверь открой. Еще и Чика убила. Вы что, вообще-то все сговорились? Пацаны, я же с вами заодно.
Я же вас никого не трогаю. Ой. Блин, да это отместочка мне за то, что хотел Макси. Ладно, все, не буду убивать. Ладно, беру руки пустые. Тут я перед дверью. А что, дверь не открыта? Открыто. Да блин, вы задрали мне двери убивать. Вы что, сговорили что ли? Я забайтил тебя на ноге. Ой, не хотел, Максим, не хотел, не хотел. Я прячу арбалет. Да. Знаю, что ты хотел. Да я промахнулся, но не хотел. Максим, прощай, тебя сейчас убьет Чика-Чика-Чила. Отходи! Да что? Да вы чё, сговорили что ли? Вы чё меня убиваете? А нехрен двери подходить, меня... Смотри, она меня не убьет. Ага. Так я что-то в нее врезался, чё за замедленная реакция? Ой, Бонни пришел. Где? Нет, Саня! Саня! Мы будем убивать всех, кого видим. Да, Бонни? Был он бой. Тут втроем напали с двух сторон, с трех. Как ты и хотел, Дима. Они нападают, как я и хотел. И это очень хорошо. Все одновременно. Все. Где все? Мангл пришла. Мангл. Чика есть. Теперь не хватает Балунбоя и Боньки. Убежали. Хотя бы. Где все? Они убежали. Опа! А, то наш бегает. Охранник! Мангл, блин. Сожрала нас. Хорош. Мгновенная смерть. Мне это нравится. Ушла? Замочила и ушла. Чё за крики? Ой, ой. Я убежала. Так, кто-то еще ее-то слышу, нет. А кто это? Я не знаю. Сейчас я узнаю, кто это. Так. Ну, они все в главном коридоре. Я иду. Сцены. Я их должен убить. Я псих. Ой. Надо убрать вообще его с руки. Палец соскользнул с джойстика. Вон у конус. Ё-моё. Не, нужно только стол взять. Ладно, столы нас не интересуют. Автомат могу пойти взять? Hello. О, Балунбой заактивировался. О, а собачку за жопу. А я тут не пролажу? Нельзя. Ладно, придется Фредди брать опять. Пацаны, я повелитель аниматроников. Я могу их таскать за пупок и вот так крутить. Вы видите меня? А микрофон можешь его взять сейчас? Отдельно от рук? Отдельно от рук. Он исчез. А, нет, вот он. Опа, и второй рукой сам самого Фредди. О, микрофон. А алло, спойте алло. Нам какую-то песенку, вы, Санечек. Не знаю. Хорошая песня. Ой, ты, блин, их... Прекрасная песня. О, так у меня микрофон остался после смерти. Это законно вообще? Теперь он твой, ты же его купил в аренду. Спасибо. Я люблю харизму до слез. Я хорошо пою? Ненавидим мы его за то, что он лагает и вылетает. А я люблю его за все. Серег, продолжай. Ненавидим мы его за то, что он такой. За то, что он такой один. Мангл пришла к нам. Он на то, что. У Мангл свой. Да жопа, блин, не заходи. О, мне микрофон до сих пор остался. Мангл, ты понимаешь, что этот микрофон я теперь Фредди не отдам? Это мой микрофон. Если он хочет его забрать, пусть приходит сам. И я ему лично его отдам по морде. Может быть, точно. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Давай. Зимой, лето, стройная, зеленая была. Была. Так, Гусенек, еще рассказывай что-то. Расскажите, можете дать, пожалуйста, свое интервью по поводу съемок вчерашних? Вчера мы, так его, игра в снежки, нам было очень весело, но кто-то все-таки подорвал снежок, мы все умерли. А потом... Ах ты, блин, а тут... Тут Чика пришла и всех подорвала. У меня нет микрофона. Есть микрофон, я сегодня, ребята, певец. Максим, расскажите вы за вчерашний ролик.
интервью. Ну, мне кажется, мы немного обосрались. Это очень хорошая тактика, которую принял Максим. Но мы с Гусеньком не обсирались. Ты трусы постирал? Ну, у меня нет трусов. А ты... Поэтому Максим в этом ролике и без трусов. Молодец, трусы еще не высохли. Он вчера кресло стирал. Вы слышите? Опять кто-то идет. Все, пацаны, давайте сейчас сделаем так, чтобы мы ни разу не проиграли. Давайте, если мы сейчас, короче, проигрываем, то все. Так, я тогда убегаю. А что Гусеньок делает? Разминка. Да я рука, да я разминку. А, нормально, пойдет. Он утром забыл просто, когда делал. Где микрофон? Здесь. Нет, все. Вот он, микрофон. Аренда закончилась. А где? А как петь теперь? Ла-ла-ла-ла. Как-то странно это со стороны смотрится. Ладно, не буду петь, мне невидимый микрофон. Мне это не сильно нравится. Я могу стол трогать? Ой, если я включу фонарик, будет сильно видно? Вот я выключаю свой свет. А, ну нормально видно, пойдет. Досвечивает аж до туда. То есть, да, хорош. Ну что, пацаны, если мы сейчас 3 минуты продержимся и не проиграем, значит мы победили. Но здесь мы продержимся обязательно. Не, ну если сидеть там, конечно, в подвале, то да, я хочу по красоте выжить, конечно же. Опа, пришел. О, баллон-бой. Если баллон-бой не убивает, поэтому мы его не боимся. Я могу дверь за руку? А дверь нельзя трогать, было бы классно. Пришел. Так, баллон-бой стоит. Но Фокси не придет. Он фонарик спер. А у меня есть. А, не работает теперь лайт. Свет не работает у нас на столе. Не работает. Он свет украл со стола, воришка. Пацаны. А мы живые. Честно. Мы живые. Это машина. Она не управляется. Она не хочет управлять. Это нормально, что он так ездит? Во-во-во, тихо-тихо. А, я ж могу потихонечку в VR трогаться. Ладно, пацаны, давайте мы, короче, делаем обход по красоте. Я вот так буду светить сверху. И мы с Гусеньком потихонечку проедемся, посмотрим, что там творится у нас. Эй, ты как нас догоняешь? Мы ж быстро едем. Опа, марионетка. Ой! Блин, ну честно так. Если я сейчас выйду, получается, мы проиграем? Ну да. Поехали, она нас не убивает. Что у меня... А как же мы? У меня с головой что-то было. А ты не можешь пройти? Так садись в тележку, давай. Я прошел. А, она исчезла. Опа. Опа. Давай, я смотрю прямо на тебя. Давай. Ой, ой-ой-ой. Пит-стоп. Я не могу выйти с этой машиной теперь. Помогите, я не могу выйти с нее. Как с нее выйти? Это проклятая машина. А! Я удалил. Максим! А что? Ага. Ты сделал так, чтобы мы проиграли. А, нет, я хотел, чтобы ты умер. Если вам понравилась эта серия и подняла вам настроение, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока.